Интересно, старик и правда увидит с ним будущее? Давно у тебя видение? С детства. Как-то взяла меня мамка к деревенской ведьме. Вот я и свалился в котел с какой-то чародейской бурдой. А если серьезно? А если серьезно, то в юности ударила меня камнем по затылку. С тех пор я и вижу всякое. У меня есть то, о чем ты просил. Спасибо. Дай мне минуту. Одинокой башне наперекор метели. Он идет по следу ласточки. Но ласточка не слушает волчьего воя. Она взлетает высоко-высоко. Она знает, что это ее последний полет. Эстуахесса, да будет так, внемлите знамением. Мир умрет, погруженный в холод, и возродится с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из Хены Хаэр, из зерна засеянного. Пророчество Итлины. Оставь меня. Иди. Иди уже. О, ты вернулся. Я хочу спросить. Ну да. Играю в гвинт. Да, мы можем сыграть на лучшую карту моей коллекции. Ты читаешь мысли? Добрые боги наградили меня даром предвидения. Жаль, что работает он все больше в мелких делах. Птичка на меня не нагадит. Но в гвинт играть ясновидение мне не помогает. Разложим карты?
помогает с этим ясновидением. Я знаю, где по осени вырастут крупные маслята. А вот как играть, чтобы выиграть? Пойди знай. Возьми эту карту. Она твоя по праву. Красивая вышла победа. Ты слышал про каких-нибудь других игроков? Вели не для тебя один достойный противник. В деревушке под лесью живет. Гадко. Глянешь на него. Дурак дураком. Но игрок знатный. Пошла. Ты слышал, бригаде Брин? Эй, ты, задержись-ка. Геральт из Ривии, да? Ты же был недавно в Белом саду под Вызимой. Да. Очаровательная деревня, если бы не все эти трупы. Если бы не ты, было бы одним больше. Лина, она выжила благодаря твоему эликсиру. Очень приятно, что нильфгаардский солдат так озабочен судьбой простой северянки. Несколько неожиданно. В ту ночь, когда на нее напал Грифон, она шла на свидание со мной. В лесу за гарнизоном. Скверное место ты выбрал для свиданий. Если бы не Грифон, на нее бы напал кто-нибудь еще. Я знаю. Но я мог вырваться всего на час между сменой караула. Этот лес был близко. Послушай, Лина не до конца пришла в себя. Я забрал ее с собой, когда меня сюда перевели, и думал, она поправится. Но нет. Она ничего не говорит, не узнает людей. Большую часть дня спит. Я предупреждал Тамиру. У ведьмачьих эликсиров есть мощные побочные эффекты. Обычно неизлечимые. Я уже ничем не могу ей помочь. Разве что какой-нибудь чародей. Я не знаю, благодарить тебя или проклинать за то, что ты не дал ей умереть спокойно.
Поверь мне, мой выбор был труднее. Покажи свои товары. Бывай. Ну, сейчас. Ну, чего? Покажи, что у тебя на складе. Прощай. Покупать будете или смотреть? Покажи мне свой товар. Прощай. Чего ты здесь выискиваешь? Работу ищу. Час и час. Два меча, глаза как щелки. Ты же ведьмак. Геральт из Риви. Впервые слышу. Но работа какая-нибудь найдется. Покажи мне свой товар. Это ты совсем уставший, квартирмейстер. Долго вы здесь уже стоите? Слишком долго. Но придет день, когда штандарт императора взовьется над Новиградом, а потом над Тритогором. И мы вернемся домой. Давно я не играл в карты с подданными императора. Сыграем в гвинт?
Приветствую, квартирмейт. Честь и слав... Давно я не... Ну что, возьмешь что из готового или заказать хочешь? Покажи, что у тебя есть на складе. Что скажешь насчет партии Гвинт? Thank you.
уж сами наделал. Жонка моя узнает, где рыл начистил. Если бы не хозяин душа. Простокваша, яйца, свежие яйца, чистые, не засранные. Покажи, чем торгуешь. Не знаю, буду я что-нибудь покупать или нет, но вот в карты я бы сыграл с удовольствием. Тебя с рожей. Ты
себя в носу кое-что поинтереснее. Чего? Покажи свои товары. Предлагаю сыграть в гвинт. Приветствую. Покажи свои товары.
Бывай. Бывал, чем базарные дни сало на телегах. Я так пошла за хворостом в лес. Ты что, не слышала, что охотник говорил? Какое-то лихо в чаще рыщет. А чем мне в хате? Чего? Бывай. Чего послать? А ну-ка, понимает чего? Что это у тебя за кожа? Красивая у тебя висунка. Надежное оружие для каждого. Стальные мечи, крепкие кольчуги для мужчин. Кастеты для дам и девиц. Ты можешь изготовить оружие мастера? Я похож на Хатори. Хатори? Новиградский мастер. О нем любой слышал. Впрочем, говорят, он ушел на покой, а значит, нет больше настоящих мастеров. Покажи свои изделия. Давай лучше сыграем в карты, мне больше ничего и не нужно. Thank you.
здоровый ты. Лодки из соснового дерева? Нет, ясное дело. Баба мне сосну приволокла, чтобы я колыбельку вырезал. А с лодками дело не идет? Не особенно. Рыбы-то нет. Говорят, ты хороший лодочный мастер, а картежник из тебя еще лучше. Хочешь сыграть? Я всегда готов. Что ты человек бывалый? Так скажи мне... Договаривались, карта моя. Твоя взяла. Да, играть ты мастер. Знаешь что? А попробуй-ка сыграть сгадку. Люди над ним потешаются. Он молодой совсем, глуповатый. Только поговаривают, что он самого барона не побоялся обыграть. Иногда так повезет, что лучше пешком. Честно.
Мастер ведьмак. Чего уставился? Ходит такой, от скуки бедных людей беспокоит. Мой ты снова потащился. Ты играешь в гвинт? Говорят, что Гадко глупый. А Гадко вовсе не глупый. Гадко не пашет, не сеет, рыбу не поймает. А вот в карты умеет. Гадко сыграет. Ну давай сыграем.
Гадко проиграл. Бывает и так. Награда твоя. Бери. Теперь вот. Остлявая. Здравствуй, король. Вчера нашли еще один труп. Весь высосан до последнего. Я слышал, ты купил 300 локтей черного сука. И откуда здесь такая дикость? Вот прознают про тебя охотники. Я тебя помню. Что принести? Сыграем? Почему бы и нет? Но правила ты знаешь, я с низкими ставками не играю. Согласен, сыграю на твоих условиях. Thank you.
это не значит, что не умею. Карты и награда твои. Ты игрок бывалый, знаешь, наверное, где найти редкие карты? В Новиграде у корчмаря Оливера поспрашивай. Он сам поигрывает, хотя до меня ему далеко. А вот шинкарь из корчмы на распутье, верен, посильнее него будет. Здравствуй, король. Говорю вам, вот такого угря вчера вышел. А в те шахты он набрал бабки. Знаешь, я слыхал, там гад какой-то завелся. Так что я не полезу в эти дыры. Хоть бы мне и приплачивали. Никель не дурак. Может, выгоду какую разнюхал? Хлопоты ищешь? Гад там. Они сами тебя найдут. Монетами не питается. А ежели кто не помнит? Они вы, ведьмак? Нам должно быть с небес посланы. Привет вам. Говорят, ты играешь в карты? Верно говорят. Времена сейчас тяжкие, а хорошая карта может оказаться ценнее золота. Так что, сыграем? Сыграем. Thank you.
играл. Тебе, верно, колоду надо другую. Привет. Ну как, Карчм? Еще бы. Сыграем. Меня прославьте, убер-пьяный, но герой. Thank you.
Признаюсь, я недооценил тебя. Что ж, за глупость надо платить. Уйдет моя лучшая карта к тебе. Нам должно быть с небес. Разве ж это важно, откуда же Рапа? Красный хал там гадко зовется. А так что я не полезу в эти дыры, хоть бы мне и приплачивали. Что ж, не дурак. Эта дама, кажется, недовольна вашей компанией. Дама? Какая такая дама? Ты что, жухов ее не видишь? Это же эльфка! А эльфы, неизвестное дело, всегда замышляют. Ничего я не замышляю. Мне воды набрать надо. А во что ее наберешь? Где у тебя ведро, а? Почему ты не скажешь правду? Как же это почему? Потому что нелюдь, а у них вранье в крови. Ты, ведьмак, гладким личиком не обманывайся. С виду эльфы все из себя, как на картинке, а внутри гнусь наихудшее. Оставьте ее. А по какому праву ты будешь нам приказы выдавать, а? Пойдем, Радка. Ведьмаку убить, как глазом моргнуть. Выдыхай, все кончилось. Ха, кончилось? Разве что для тебя. Ты-то уйдешь, а я останусь. И они тоже никуда не денутся. С этим я уже ничего не смогу поделать. Тогда зачем вмешивался? Ты прогнал этих мужланов не ради меня. Решил почувствовать себя справедливым и благородным. Рыцарем на белом коне. Так ведь? Иди, Вадгерн, и помни, нам не нужна твоя жалость. Чего-нибудь особого. Как же это тебя спрашивает? Мастер, не помог бы ты добрым людям, а то
Нам как раз на кружечку не хватает. Ну и как-никак по ремеслу коллеги. Вы же мастер-ведьмак? Нет? А мы оба мясники. Вы рубите, и мы рубим. Только ведьмакам платят больше. Им ведь и целые деревни скидываются. И богачи гроши не жалеют. Что-то мне попадались злые богачи и неправильные деревни. Ну, не заставляй себя упрашивать. Мастер, ведьмаки всяк людям в беде помогают. Мне кажется, вы устали. Вам, наверное, уже пора домой. И правда, что? Мы уже 2 дня так пьем. Да? Дело ты говоришь, мастер. Пора домой.